и ускорив продвижение вперед. Раз, два, три, четыре, пять. Потом вернуть себя назад и подкрутить. После каждой вариации важно повести снова на пейс. Раз, три, пять, семь. Была масса вариаций. Коснись ноги. Хайки. А я очень скажу. Тропка. И еще какие-то. Левый вариант. То же самое, но, соответственно, снимаем правую руку с рамки, ускоряем, проворачиваем, возвращаем обратно. Опять пока что должна быть развернута плечами вперед линии танца. Вот так. Раз. И потом вернусь, перехватить руку и снова подкрутить. Это важно. Это что касается вариации. Дальше у нас был раунд волт. Для этого нужно выйти в бок и положить корпус в дабл скип. Раз, три, дабл скип. Раз. И как правило делать с парами. Дальше kick away. Раз, три, пять, семь. Вправо, влево, вниз, 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 назад. Раз, три, пять, семь. Проворот, перехват, перехват. Ноги не меняются. Лево-лево, право-право. Тих-тих-тих. И в конце, то, чтобы не успели полку работать, вот здесь вот нужно напрячь руку и повести партнершу. И отдельно пунктом